Доброе утро! Ну, цели у всех озвучены правильные, платежный календарь. И сегодня тема мастер-класса у нас платежный календарь. Мы будем весь день, ну, точнее до 2 часов, говорить о методологии, в принципе, о методологии от Инталев, как мы это делаем, что нужно принять во внимание, как правильно построить эту систему. Конечно, мы будем больше ориентироваться на наш программный продукт и показывать скриншоты, как мы это реализовывали на базе нашего продукта. Но логика везде, в принципе, одна и та же. И эти же принципы, эти же правила могут быть применены и вами для разработки там, в Excel, еще в каких-то системах и так далее. Собственно, первое, с чего я хочу начать, это немножечко теории, погрузиться в эту тему, что мы вместе под ней понимаем, что такое платежный календарь. И действительно, большинство понимает под платежным календарем некий такой документ, табличку, где у нас расчерчены поступления плановые, плановые выплаты на какую-то краткосрочную перспективу. 3 дня, неделя, месяц. И где мы можем спрогнозировать возможные будущие денежные потоки и увидеть, какие результаты за ними последуют. Действительно, это так и есть. Но мы сегодня будем говорить несколько шире, говорить о платежном календаре, как о целой системе управления и что мы туда можем включить. И вот, например, наши клиенты уже после внедрения платежного календаря называют это не этим словом, не документ единый, а кучу разных аспектов. Мы сегодня поговорим об этом. Сначала о документе несколько слов. Основное предназначение платежного календаря – это пресловутая борьба с кассовыми разрывами. То есть, если мы заблаговременно можем спрогнозировать, какие у нас поступления и выплаты, мы видим, где у нас возможные отрицательные остатки могут быть. Соответственно, мы можем предупрежден, значит вооружен, мы можем какие-то действия продумать, позвонить нашим поставщикам, что-то рассрочить, какие-то платежи, возможно, перенести, вообще убрать из календаря какие-то, ну, так называемые платежи второй очереди, да, то, что мы можем отложить, провести работу с нашими дебиторами, где-то заинтересовать их оплатить раньше. Ну, то есть вот эта вот постоянная работа с этим документом ведется. Это такое некое утвержденное, структурированное расписание денежных потоков. Платежный календарь, он должен, ну, одним взглядом, который мы бросаем на этот документ, мы должны понять будущее наше состояние. Какие платежи первоочередные, какие во вторую очередь могут пойти и какие результаты мы получим. Да? То есть такой удобный, эффективный, наглядный документ. Тут все понятно. Но кроме вот этого документа платежный календарь, сюда входит еще куча различных аспектов. Ведь, чтобы получился этот документ, нужно сначала пройти различные процедуры планирования этих, где вовлечена вся компания, все подразделения, согласовать все эти платежи, все эти заявки, выложить их в платежный календарь, каждый день управлять этим. Каждый день мы что-то платим, каждый день должен быть такое скользящее оперативное управление, что по факту произошло, что перенесли. Ну, да, то есть все понимают, постоянная каждодневная работа ведется. И вот здесь уместно разложить ее на несколько механизмов, на несколько кусочков. Вообще вот процесс согласования платежей в компании, он настолько, скажем, уникальный, что в него можно заложить кучу различных контрольных механизмов. Почему? Потому что наши все поставщики, они кровно заинтересованы в том, чтобы получить от нас деньги. Сотрудники, которые взаимодействуют с этими поставщиками, они тоже заинтересованы, собственно, выполнить свои должностные обязанности. И компания тем самым может спроецировать все свои возможные риски, которыми она хочет управлять, именно вот в этот процесс согласования платежей. То есть первое основное предназначение платежного календаря, именно как системы управления, это исполнение контрольной функции. Ну, в чем мы осуществляем контроль и должны осуществлять контроль на этапе согласования заявки? Это целесообразность платежа. То есть на этапе согласования платежа мы уже можем и должны проверить,
какие-то аспекты. Например, заявка подается на закупку какого-то материала. Может быть, у нас есть такой материал на складе, и ответственный кладовщик должен это проверить, да? С тем, чтобы не приобретать лишнее. Либо же другая служба, какая-то контрольно-ревизионная, проверяет на соответствие там, среднерыночным ценам, может быть, цены выше. Это уместно тоже вложить в этот процесс. Классический контроль, соответствие бюджету. Если заявка, ну, везде, наверное, есть бюджеты в каком-то виде, да, как минимум бюджет движения денежных средств во всех компаниях составляется. Соответственно, каждый платеж, он должен быть проверен на предмет, на предмет остатка по бюджету. Этот остаток по бюджету, он тоже должен у нас постоянно быть актуальным. Мы должны его посчитать с учетом фактических оплат по данной статье, которая заявлена. Мы должны принять во внимание, что, возможно, есть какие-то заявки утвержденные, уже прошли всю цепочку согласования и их тоже нужно учесть в расчете остатка по бюджету. Также сейчас вот, ну, в кризисное время зачастую компании используют так называемые динамические лимиты, которые позволяют, ну, скажем, например, какие-то статьи выплат, расходы на обучение персонала, либо расходы на приобретение какой-то компьютерной техники. Они лимитируются в зависимости от заработанной выручки. Да, то есть, например, затраты на данную статью должны составлять там, не более 3% от поступлений. Соответственно, в данном случае по данной статье заявленный бюджет, остаток по бюджету должен посчитаться динамическим образом, а не просто то, что забюджетировали. Контроль принятия обязательств и их состояния.